Так, всем привет! Я на центральном пляже, уже добежал. У нас здесь такой ураган был вот пару дней назад. Я такой вечером иду вчера домой и такой смотрю, везде ветки сломанные. Ну, понятно, что это куча сухих деревьев просто развалилась, попадали. Как бы. Поэтому прям такой зачетный ураган был, очистительный. Немножко воду здесь поспустили, я смотрю, на Обском море-то. Потому что она была все-таки ближе. Уже старые эти рыбы глистастые лежат, они уже их давно высадили. О, кстати, видели, патрон. Кто-то стрелял. Шутники. Как бы... На самом деле видок суперский. Из людей. Кого я видел из людей? Там, когда выбежал, вон там на пляж в одной футболке. Я сейчас одел, потому что охлаждение быстро идет. Там где-то плюс 6 сейчас. Плюс 5, и еще ветер, как бы, на ветру прям сильно охлаждается быстро тело. Хотя она еще разгоряченная, но пришлось одеть кофту. Так, здесь это, кстати, классная картина. Эта картинка классная, мне нравится. Ага, навелось. А вот еще лучше навелось. То есть там такие низкие облака идут. А вон там прям такое ощущение, как будто дождь далеко, прям все черным-черно. Но ветер дует откуда-то с востока. А, кстати, обратите внимание, как сейчас на так сказать, что мы видим на Обском море, то есть такой кавардак прям, как сказать, кучу всяких каких-то палок, тины, не знаю, не тины, это их морских водорослей. Здесь вот какие-то конструкции, это из Войны миров, что ли? Тренога. Какие-то ребята идут, тоже гуляют, стоят. Эти, не знаю, что, может, здесь кто-то что-то, кто-то костер собрал, а и не сделал, как бы. И чего? Как бы, да. Палки стоят. Интересно, их наставили палок что-то. Раньше вроде так никто не ставил особо. Что-то уши начало чуть-чуть подветривать. Сейчас шапку буду одевать. С ушами лучше не шутить. В общем, что я вообще хотел сказать. Вот, кстати, хорошее бревно. Тоже хотел вам его, к нему подойти, как-то показать. Вот, выбросило. Где-то свалилось дерево в воду. Это, возможно, после урагана последнего. Уже обмытое все. Вот оно приплыло таким кораблем. Так сказать. Вообще прикольно, да? Круто даже. Видите, что животворящий ураган делает? С деревьями. Ладно, ну что, наверное, пока, как сказать, обзорное видео пока достаточно. Следующая часть будет политическая, скажем так. Не, оно не берет. В самом деле все намного темнее. Камера, конечно, высветляет очень сильно все. Ну, сейчас более-менее похоже, но все равно еще темнее. Ладно, на этом пока достаточно. Всем спасибо. Я это немножко еще пробегу подальше и сделаю уже про политическую часть.